Научи нас правильно попрошайничать. И он набрал 473 ляма. Вот так вот. То есть, о чем это говорит? О том, что, во-первых, тема рабочая. Реально рабочая. Вот, во-вторых, нужно конкретизировать, на что тебе это надо. Ну и, во-вторых, какой-то, наверное, грамотный текст составить. Так что нормуль. Можете пробовать, можете пробовать. У кого совсем попоболь, денег нет, все плохо. Почему бы и нет, собственно говоря. Некто из Орды, люди, помогите, кто чем может. Не хватает исков на подписку. Нужно 100 лямов. Все, спасибо за поддержку. Всем плюсового локала. Вау! Вот вам и текст. Можете подкорректировать как-то под себя или еще что-то. Но, по крайней мере, уже есть рыба. Рыба текста. Вот, я надеюсь, вы знаете, да, что такое рыба. Вот. Все, пользуйтесь, пользуйтесь. Можно сказать, такой вот стрима-гайдик на заработок из ничего. В принципе, все вам уже сказали, что нас ждет. Нужно летать, где летать, да? Можно хаи, цепляем лоу. Текст рыба у вас есть. Сколько денег, для чего просить, тоже есть. Все, зарабатываем. У некто получилось, почти полулярда собрал. Причем ему никто не помогал. Вы мне помогали, да, я их вычел, эти деньги, и получил 16 лям. А ему никто не помогал. Он молодец, умничка. Кстати, некто, большое тебе спасибо, что параллельно это делал. Мы теперь реально знаем, что тема реально офигенская рабочая. Петр, все, теперь попрошайки будут в каждой системе.